Ребятусики, всем привет, мои дорогие, я всех приветствую на своем канале. Продал вот такой рог косули. Для чего их покупают? Ну, основа — это рукояти для ножей. Вот этот рог я нашел в лесу, будет видео, я вам покажу. То есть здесь уже делать ничего не надо. Вот он очень красивый, видите как? Вот здесь отрезается. Вот здесь возле кромки. Вот это поясочек этот они в принципе не трогают. Делается отверстие и вставляется клинок на клею. Видите, я даже его не отрезал, ничего. Вот он абсолютно целый, в отличнейшем состоянии. Очень удобная рукоять. Вот если почему делают ножи. Потому что когда вы берете в руку кость, она не соскальзывает. Хорошо сидит. Вот. Продал я ее за 100 гривен. Вот такие вот интересные, классные продажи. Как-то так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, комментируйте. Не забывайте заказывать рекламу начинающие блогеры. С вами, как всегда, Мега Дэнди, Бэтбой, Перекупщик.